Привет, народ, с вами Алексей, и мы начинаем проходить Stronghold Definity Edition. Это тот самый первый Stronghold, только в улучшенном его формате, так скажем, да. Игрушка, по-моему, вышла в 23-м году. Ну что ж, давайте начнем основную кампанию. Так, и начинаем мы. Первый лагерь. Всем, ребят, приятного просмотра. И поехали. Камеру убираю, как обычно. Давайте глянем. Часть первая. Гибель королевства. Когда король выступил в поход против варваров, по стране сразу же поползли слухи о готовящемся заговоре. А когда пришли вести о том, что король попал в плен, в стране сразу вспыхнула гражданская война. Несколько дворян, и в том числе ваш отец, решили остановить кровопролитие. Но когда они собрались вместе, чтобы провести переговоры, то были перебиты банды неизвестных. Раненые и измученные, вы с трудом добрались до всеми забытого полуострова, где собрались остатки верных королю войск. Хотя страна, видимо, потеряна, но, может быть, вам удастся хотя бы отомстить за отца. Нам следует поторопиться. Нужно ковать железо, пока горячо. Только не это. У нас мало людей, нас просто перережут, как овец. Мы должны переждать и собрать все силы. Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей, и под покровом ночи мы проникнем на территорию врага и... Нет-нет, послушайте. Наши люди вот-вот начнут голодать. Вот что мы должны сделать. Яростные споры продолжались далеко за полночь, и, наконец, лорд Вудсок вызвал вас к себе. Сэр Лонгарн говорит, что хорошо знал вашего отца, поэтому я дам вам шанс проявить себя. Пора вам попробовать себя в деле. Ну что ж, нам дают попробовать себя в деле. Действительно, давайте попробуем себя в деле. Так, щелкните для продолжения. Вот наша карта, собственно, ребят, смотрите. Здесь нейтральные земли. Это страна крыс и земли крыс. Это змеи. Это кабана. Ну, это волка. Здесь всего лишь 4 соперника. Самых таких... Самых известных нам в серии Stronghold, да? Ну, давайте. Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря. Найдите подходящую вырубку в лесу. Здесь достаточно дерева, чтобы начать постройку. Так, ну что ж, какие у нас цели в этой миссии? Увеличить запас товаров до мяса 20. Увеличить запас товара дерева 40. Так, цели. Подсказки. Что у нас в подсказках есть? Для начала постройте пару лесопилок, после чего соорудите пару охотничьих избушек. Ага, тут под каждую миссию, смотрите, есть подсказочки. Справочные сведения. Ну-ка, давайте глянем. Первый лагерь. Главное здание. Ну, это нам все знакомо. Амбар. Тут наш хавчик будет храниться. Лесопилки. Дерево добывать. Охотничья избушка. Это наше мяско. Ну и хижины. Здесь они жилье прописаны, как жилье. Все, погнали. Разместите ваш замок, милорд. Так, вот в этом стронгхолде у меня работает плюс-минус, ребят, скорость игры. Так, ну давайте мы уж так не будем занижать. На 40 поставим, наверное, да? Поставим большущий дом красивый. Вот такой вот. Постройте амбар. Слишком близко, можно чуть отдалить, да. Просят с нас амбар. Конечно же, мы его поставим. Ну и складец, куда же без него. Так, что у нас есть в наличии? Лесопилка, мяско, хижина и все на этом. И амбар. Давайте поставим хижину. Две. Достаточно, наверное. Лесопилочки. Ну, тут везде у нас все растет. Давайте поставим вот так. Две. И покушать. Тоже поставим. Дичь ходит. Поставим рядом с амбаром.
Все. Вот у нас тут водопадик красивый. Смотрите, как здесь можно приближать. Да, здесь, конечно, уже графику подтянули намного лучше. Выглядит, чем родная, так скажем, Stronghold. Уже все так на уровне красиво. Будем надеяться, что Stronghold Crusader тоже когда-нибудь нам, ребята, доведут до такого состояния. Было бы очень круто. Я бы даже прошел бы, наверное, все заново, скорее всего. Ну или можно было бы другие карты сделать. Так, ну что, чувачок у нас уже мясо тащит. Давайте понаблюдаем. Запасы провизии убывают, мой лорд. Как он будет разделывать тушку? Ширк. Видите, уже вырезал вырезку. Ну, тут у нас детей вынашивают. Наше население уже досочки несут. Провизии осталось мало, повелитель. Поблизости обнаружены звериные тропы. Так, звериные тропы, ребята. Это не есть хорошо. Так, досочки нам принесли. Давайте еще охотничью избушечку поставим. Да, прорисовка здесь, конечно, уже такая, на уровне современной игры все-таки. Ну вот наш главный почти не осталось, генерал. Так, провизии нам не хватает, мы сейчас так и вообще погибнем. Давайте-ка поставим нам побольше. Кушанье добывать будем. 4 хижины. Смотрите, тут даже на хижинах вон черепуха. После разделки, видимо, повесил себе на хижину на свою. Так, цели у нас здесь. Основные настройки, удалить. Ну, в общем, все то же самое, как в Грусайдере. Да, вот что мы уже выполнили. Видите, 11 дерева из 40. Мясо у нас по нулям. Нет, конечно, не завершить. Вы устали, милорд? Нет, нет, не устал. Ваша популярность падает. Популярность наша уходит. Народ весьма... У нас кушать нету, ребят, кушать нет. Вот досочки нам уже подносят. Мяско полетело. Можно отдалить вообще далеко, по-моему. Осталось мало, повелитель. Или это максимум? Вот так максимум, да? Карта совсем малюсенькая у нас. Так, ну что у нас с провизией-то, как все плохо. Почти не осталось, милорд. Еще что ли нам надо охотничьих домиков? Увеличить. Хижину надо было, наверное, одну мне поставить все-таки. Нам тут население-то особо и не надо было. Ну ладно. Пока на расслабончике, на кайфе. Играем в первых миссиях. Так, ну и еще поставим, давайте. Крестьян-то у нас полно свободных. Да, и лесопилочки еще поставим. Пусть у нас тут дерево-то попилят. Куда хоть дичь-то у нас тут делась, а? Дичь-то где гуляет? Он охотничья собака. Лабрадор, что ли? Снежок. Бежит за добычей. Ну, косулька валяется. Еще одна. Еще одна. Ну, совсем маленькие, смотрите. Ну, так нельзя. Ай-яй-яй-яй. Маленького-то зачем? Пусть вырастет. Эх вы, варвары. Охотник целится. Чик, мимо.
Смотрите-ка, не с первого раза попадают. Вот попал. Да, но нам сейчас мяса много принесут, я думаю. ...28 досочек на складе есть. Провизии осталось мало, повелитель. Так, у нас сейчас и популярность-то уйдет. Провизии пополняются, сэр. А ну давайте, сейчас я вам рацион тогда убавлю. Делайте поскорее, ребят. Провизии почти не осталось, милорд. Музычка затянулась красивая у нас. Музыка здесь, конечно, волшебная просто. Так, ну по досочкам мы все выполнили. Разведчики докладывают, что поблизости бродят стаи и победили. Ребят, вот и победа, собственно, наша. Пока люди переносят припасы в амбар, сэр Лонгарм и лорд Вулсок осматривают лагерь. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Так это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Хм, теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше. Да, так, ребятки, ну что сказать, прошли мы первую главу, все, она довольно-таки простая, и все, увидимся тогда в следующем видео, ребят, не забываем поддержать каналчик, поставить лайк, подписаться на канал, на телегу, там пообщаемся, и все, всем пока.